Всем доброго дня, доброго утра. У нас сегодня морозное утро, все дни было тепло. И мы вовремя успели забить скотину, пока было тепленько. А сегодня уже мороз. Мясо мы практически все прибрали. Сегодня я буду делать 3 вида колбаски, как и говорила. А завтра или послезавтра начну варить дельц и все остальное, холодцы. Вот столько снега, так морозно у нас сегодня. Пока я ходила к маме, Сергей сепарировал молоко. Наша няня так и не вышла. Сепаратор мы отрегулировали, теперь сметана получается у нас вот такая. Вот такой густоты. Обычная нормальная сметана. Это мы прогоняли раньше, позавчера. В сметану я не ложу никакую закваску. Перегоняю прям сразу вот так в контейнеры, ставлю в холод. И она загустевает сама по себе, без заквасок. У нас следующий день и дегустация колбаски. Вот это свинина, говядина, а которая поменьше. Это курица и свинина. Сейчас мы будем их дегустировать, потом скажем, как это вкусно. Время 9 часов, а на улице еще темно. Я иду к маме. Колбаску мы продегустировали. Очень вкусные колбаски на улице. Сегодня тепло. Сегодня мы решили выгнать дорогу. Хотя бы на час прогуляться. Вот. Здесь светит наш фонарь на столбе. Сегодня воскресенье, все спят еще. Вот такая у нас погода. Привет! Идем взять Алексей, мусор выносил. Вот, а мы идем к маме. Вот такой холодец я сегодня сделала. Тут говяжья лыдка и свиные ножки. Такой холодец мы делаем и на заказ, и для себя. Какой красивый перчик тут. Ой, холодец, тут красный перец, черный перец и чеснок с зеленью.